Постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Согласно документу, в период с 13 по 20 июня включительно граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования. Контрольно-надзорным органам дано поручение проверять соблюдение ограничительных мер. Полный текст постановления опубликован на сайте правительства Московской области.